Экс-посол Казахстана в Польше Алтай Абибулаев может остаться работать в системе Министерства иностранных дел. Об этом в кулуарах Мажилиса сообщил глава ведомства. Словом Кайрата Абдрахманова, действующее законодательство позволяет трудоустроить экс-посла. Решение за Абибулаевым, отметил министр. Что касается общественной реакции на громкое увольнение дипломата, глава внешнеполитического ведомства призвал казахстанцев соблюдать презумпцию невиновности и уважать честь и достоинство человека, вокруг которого, цитата, «сложилась такая история». Напомню, Алтай Абибулаев был освобожден от должности посла нашей страны в Польше с формулировкой «за попытку вмешательства в коммерческую деятельность хозяйствующего субъекта». О чем именно идет речь, в МИДе по-прежнему не уточняют. Из этой ситуации мы делаем выводы, мы предпринимаем необходимые шаги для того, чтобы подобные случаи не повторялись в будущем. Это необходимо оперировать фактами. А факты заключаются в том, что было досудебное расследование со стороны соответствующих правоохранительных органов. Была рекомендация, которая была дана в адрес комиссии, упомянутой при президенте Республики Казахстан.